И всем привет, с вами Ростиксон, нищий, всем богачам-нищикам привет. Сейчас расскажу конкретно про District 1, как нам заработать на Blasty Point, голду и так далее. Смотрите, для начала нужно просто закинуть в Blast 17, нет, сколько, баксов, так 18 хватит. Мы закинули деньги, да, забриджили эфир, у нас более чем 15 баксов в сети Бласта. И мы идем фармить голду. Потому что на Бласте голда будет доступна сколько. Ну, короче, airdrop будет 26 июня. То есть еще время нафармить голду есть. Смотрите, мы можем... Чтобы вот эти поинты фармить, нужно быть китом, богачом, да. Нужно потратить много денег и все такое. Но... мы с вами будем умнее, да? Мы 15 баксов потратили. И тратим их на то, чтобы попасть в District 1. Ссылочка на него будет как раз в описании, и также на Blast будет в описании. Смотрите, все просто. Мы тратим $15, чтобы в District 1 вообще зайти, да? Потом мы просто выбираем спейсы. Допустим, вот тот же Keep Calm. И просто участвуем в ралли каждые 2 часа, 2 раза в день. Лутаем вот эти вот всякие эликсиры, да. И все. И все. В общем, это самое простое. То есть, тут есть еще всякие шняги, да. Можно там что-то купить, потратить, заработать на что-то. Но оно там как бы стоит дополнительных денег. И не уверен, что особо там как бы актуально. Я думаю, что просто... сделать, допустим, себе 5-10 district аккаунтов, ну, как будто неплохая идея, да? И... в... потом тут появится такая плашка, как только закончится сезон, да? И мы заработаем какую-то голду. Какую, неизвестно. Ну, до этого в прошлый раз всех покормили. Теперь давайте, ну, какую-то небольшую, что ли, вот... скажу о своей мотивации, да, честно говоря, участвовать в District 1. Я, в общем-то, радовался своим 120 голдам. Это где-то, ну... одна голда — это где-то 5 баксов. Если повезет 10, ну, примерно 5, да, в районе такого. Оценивается сейчас. Я такой думаю, ну, неплохо. И тут я посмотрел пост у Хинкока про District 1, что он там 5000 голды заработал, или даже больше. Я такой... такой... не понял. А что сделал Хинкок? Он просто сделал 20 аккаунтов в District 1, играл там в ралли и все такое. Ну, условно, да. Я подумал, почему я так же не смогу? Зашел по ревке Хинкока, кинул 15 баксов, и теперь участвую в этих, как там, райдах. А, вот, ралли, да-да-да. То есть, смотрите, как, в чем заключается ралли? Мы просто нажимаем кнопочку вот здесь, в начале участвовать, вот через 3-4 минуты, а потом через 15 минут будет клейм. Вот этих в чате клейм, нажимаем клейм и все. То есть вот так вот. То есть смотрите, почему это хорошая идея? Это очень мало затратно. Это, допустим, там, ну сколько, 15-20 баксов, да. Если у вас нет до этого бласта, обязательно делайте бласт, потому что, возможно, дадут какой-то best reward. И то есть вы одновременно можете получить best reward просто за бридж. И при том, вы, это как будто вы можете там верхний порог, условно. Там могут, знаете, сказать, что, типа, кто 10 баксов забриджил, те окей. Кто меньше, те не окей. Ну, условно, да? То есть, поэтому мы закидываем больше $15. То есть, у нас там 20 баксов, условно. Мы участвуем в District 1, лутаем легкую голду. И так делаем там на многих аккаунтах. Вот я сейчас буду заниматься этим. Допустим, вот у меня еще один аккаунт Blast, да? То есть вот так вот. Напишите, кстати, как вы фармите голду в Бласте. Может, есть какие-то еще идеи. Может, как-то это лучше можно делать. Или сколько вы уже заработали. Как-то так. В общем-то, District 1 — это хорошая идея. И ждем L0. Ждем, в общем-то, мобильтики всякие. Всем спасибо за просмотр, братки.